болить, пече, свербить? Можливо, це геморой. Проктоглівинок полегшує біль, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктоглівинол. Радій життю без геморою. Толік! Толік, ти де? Що, я тут, наверху, на білборді. А, ти вже там, наверху? Добре. Ну що, бігборд до Дня Росії готовий? Майже готовий. Декілька літр залишилось. Скільки? Дві. Ну, дві то не три. Щось вирішив. Давай показуй, що там у тебе вийшло. Дивина. О! Ні, ну, в принципі, нормально. Але якась така легка недосказаність присутня. А є там ще якісь букви? Григорич, я ж тобі пояснював. Тут на ламелях три грані. У мене три комплекти, я не можу змішувати літери між ними. Та понятно, понятно. Ну, хоч щось ти можеш там підібрати, щоб за змістом підійшло? Зараз підберемо, так. Давай. Готово. О, тут вже більше інформації. Тільки букву «Х» достав, і буде все, бомба-ракета. Та нема в цьому комплекті букви «Х». Тут і зараза. А що є? Зараз щось знайду. Так, таке. Це взагалі якась біліберда, Толік. Давай поміняй. Добре, зараз поміняю. Так, нормас? Ну, майже все понятно, звісно. Слухай, а у мене питання, а Росія, воно взагалі через А чи через О пишеться? Наче через О. А, точно, через О. Бо перевіришне слово «гівно». Ну то якщо «гівно», через О, пиши через О. Зараз виправлю. Отакой. Толік, а що це за питання «где»? Где, где? Та везде, це не питання. Я ж про що і кажу, що це не питання. А ти взагалі по інструкції робив? Які інструкції? Кого я питаю? Ну, звісно ж, 20 років з тобою працюю, жодного разу ти по інструкції не зробив. Слухай, давай в замовника спитаємо, він має роботу прийняти. У кого? У гауляйтера цього? Так, зараз поверну, як було. Ну, якщо ти хочеш, можна і спитати. Тільки я не пам'ятаю, в якому він пакеті. О, знайшов. Гауляйтер, гутен так. Гутен так. Все. Бігборд до Дня окупанта, до Дня Росії зроблено. Приймайте роботу. Ой, вам щось мішає говорити. Звідти теж доставати? Якщо можна. Та ні, боюся, щоб вас не просквозило. Походьте ще. Ну що, приймайте роботу, подобається? Там в Росії дві букви «С». Типа як «СС» у фашистів? Да. То есть, нет. Просто «С» не хватает, понимаете? «С». Толік! Добавь букву «С». Зараз буде. О, готов. О, все, підходить. «С», «С», она в середине, понимаете? В середине «С». Толік! Что? Цей сратий філолог каже, що «Се» повинно бути всередині. Всередині. Добре, буде всередині. Так, нормас? Росіся. Нет, нет, меняйте слово, меняйте в середине, понимаете? Толік, знов не подобається, давай меняй. Добре, такий варіант, нормас? Сися. У нас уже нет, раньше лучше было. Еще раз, еще, меняйте, меняйте. Меняй. Меняю зараз. Так, нормально. Что за стряся? Это твоя подружка, чи что? Слушай, вы что, не понимаете, что ли? Там Россия, Россия с двумя «С». С двумя «С». Толик, он каже, что «СС» обов'язково повинно быть в России. Да, Россия. Сделаем ему «СС», да. Вот так? Класс? Да, но у вас там... Ошибка. Где? Большая ошибка. В России? В России. В России не ААО, а у вас не ОАА. А, да, не ААО, а у вас не ОАА.
Тобі бумажечку дати можу. Я говорю, не ОАА, не ААА, ООА, ОО. Так, ладно, короче. Толік! Чо? Я тут не все зрозумів, але понятно, що там в Росії одна велика помилка. В Кремлі сидіть і ОАА. ААО. Господи, коли він вже ОАА. Короче, міняй, Толік. Міняйте, Анатолій. Зараз поміняю. Далі так нормально все. Скажіть, будь ласка, а куди вона у вас пішла? Росія. А Росія, да. Вона куди у вас пішла? Ти мене питаєш? Так. Да. У мене тут на скидку варіантів 20. Але у нас букв стільки немає. Ви розумієте, що вас за це розстріляють? Не мене, а вас. Бо ви замовник, а ми хто? Ми исполнительний орган, який висів, а тепер вам по губам дає. Слушайте, здесь должна быть совершенно другая надпись. Толік! Другая надпись. Толік, а давай свій варіант. Зараз буде. Легко. На тобі. О! Оба-на, почекай, Толік. А звідки у тебе друга буква «Е»? Це я букву «Ш» додумався перевернути, а? О, бачите, творчий підхід, креатив. О, ні, ти в мене до праців так швидко не відійдеш. Ти спочатку роботу приймеш. Давай приймай роботу. Здесь должно быть написано «Росія прийшла навсегда». А, так от що ми повинні були написати? Да. А як ми до цього могли догадатися? Я давав вам документ, в ньому написано. Пожалуйста. Та що документ? По документах це територія України. Документ він мені дає. Надо так. Толік! Що? Ось це гімно можеш написати? Легко. Давай. Що ви робите? Зібрав. О! Чітко, лаконічно, понятно. Ви що? Ви що? Слушайте, во-первых, Росія через О. Ви розумієте? Росія через О. Я понял. Перше гімно через О. До другого питань немає? Є. Напишіть хоча б временно «Росії слава». Временно, быстро. «Росії слава». Толік, напиши «Росії слава». Зараз напишу. Готово. Слава, шалава России! Не это, быстро. Тут должна быть надпись «Россия». У нас немає стільки букв «П». Слушай, вы можете ночью это собирать, а? Ну, чтобы никто не... Не, до ночи нам ще треба 50 таких бігбордів поставить. Таких? Ну, може, не саме таких, там як Толік рішить. Він художник, він так бачить. О, у мене ще ідейка є. О, давай, Толік, давай. Як тобі таке? О! Щосінько! Толік! Що? Я так розумію, що це намек на F-16? Ага. Бачите, художник тут меседж запакував. Толік, так а не вистачає ж однієї букви. Так у мене лише С. С? Так. Гауляйтер, як ви хочете? Щоб там С була? Чи як у вас на танках Z латинську пришпандьолить туди? Буде патріотично максимально. Не надо никаких Z. Здесь должна быть надпись. Россия пришла навсегда. Вы понимаете? Навсегда! Толік, что ты думаешь с этого привода? Зара, вот что я думаю. Так, стоп, Толян. А звідки у тебя уже буква Х взялась, а? Це вже я другий комплект розпакував. О, пішов другий комплект. А яка друга фраза? Вторая фраза. Голосую за Путіна, за сальдо, за Херсон. О, я уже в предвкушенні. Толік, давай, жги! Зараз буде. Такий варіант, нормас? Маша, ж ви уберіть друге слово, швидко! Толік, поміняй після Путіна. Після Путіна. Легко, зараз. На тобі.
Быстро! Быстро уберите все после Путина! Тобто Путин насрав, а мы после него убираем? Убирайте быстро, срочно! Олег, поменяй другое слово! Легко, зараз поменяю. Будь ласка. О! Олег, ты мочишь сегодня вообще? Что? Что? Толик, тут товарищу не совсем понятно, что конкретно. Для тупенького товарища зараз уточню. Ага. А! Ай, ты дивись, застрял. Уберите срочно Путина! Да мы с задоволением, але ж до него еще добраться треба. Здесь должна быть надпись «Голосуй за Путина, за Сальдо, за Херсон». Просто напишите. Толик, давай про Путина, про Сальдо что-то там напиши. Понял. Тримай. Не, по факту воно так и было. Вы понимаете, кто такой Путин? Толик. Вот так вот. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Толик, а нема у тебя ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла? Не надо никаких ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушайте, а давайте забудем, что я вам здесь какие-то задания давал. Просто, а что здесь было до этого? Что здесь было всегда написано? Что? Толик! Что? А ну напиши те, что тут было завжди. Не проблема, зараз. Ось так. Ось так тут було завжди, і завжди тут так і буде. Слава Україні! Дизель-шоу. Шановні гості нашого готелю! За 10 хвилин відправляється комфортабельна яхта на морську прогулянку. Рекомендуємо відмовитись від дайвінгу через сезонну активність акул. Граждане отдыхающие, через 10 минут отправляется яхта на морскую прогулку. Очень рекомендуем попробовать дайвинг. Шановний, ау, ця водяна гірка, вона зачинена. Розумієте? Там в басейні води немає, порожньо. Що ти лапочеш? Я так-то русский, со мной по-русски надо говорить. Поняла. Говорю, вот эту горку открыли специально для вас. На самую высокую лезьте. И спускайтесь на животе головой вниз. Разбег. За это сегодня будет вам приз. Какой? Коктейль «Кровавая Мэри». Нормально. Вот можно на нормальном языке говорить уже. А то лопочешь что-то. Ты что, полька? То я так, полька я. Чего? Пердоль на гирку, бобра курва. А, да. Да, пожалуйста. Ох, зараз буде весело. Россия, вперед! Прямо 4 жабки по бетону. Ви казали, що ніхто вчорашній рекорд не переб'є, а воно як. А що ви такі похмурі? Тама. Що, знову українські жінки б'ють москалів? Ні, Тама директора. Директора б'ють? А за що? Він же турок.
Нет, это директор злой, как шайтан. Уволить тебя. Мене? Да. А за что мене звільняти? Я ж найкращий аніматор готелю. От хто, як не я, вміє сказати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін! Hello! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ай! Молодці, молодці! Ви у мене скоро будете ще гімн України співати з третім куплетом. А, вот и ты где! Я тебе по всему отелю ищу! Что тут у вас происходит? А что у нас? Щоденні активности, згідно плану. Почему русские туристы упали в бассейн без воды, а? Ну, через незнання української мови. А ты почему его не остановил? Кого? Русских зупинити? Я? Та їх он ООН і НАТО не можуть зупинити. А тут така тендітна українська жіночка-аніматор. Ти розумієш, що після такої аніматор русский туриста нужен реаніматор? Ой, прямо медовуха. А, медовуха. А слушай, у нас еще никогда не было столько несчастных случаев. Понимаешь, за 2 дня 20 несчастных случаев. Из них 10 с улетальной домой сходом был. Це у вас ще немає даних за сьогоднішній день. А я вже в генштаб відправила. Какая генштаб? Ну не ваш же. Послушай, ти понимаешь, как нам сложно заманить русский туриста к нам в отеле. А оце ви молодці. Дуже рада. Я не знаю, як ви це зробили, але пастка спрацювала. Я вам потім випишу отаку почесну грамоту. Не треба мені ніякої грамоти. Я тебе увольняю, ти уволен, все. Та за що? Та що я такого зробила? І чому ви взагалі думаєте, що це все через мене? А хто вчора конкурси проводив? Хто далі пригніт з криші? Рахат или Лукум? Ні, ну це вже я. А кто их толкала? А це вже хлопці! Між ними були змагання, хто більше москалів з даху скине. 7-5, я победил. Ти не победил, ти дебил. А вчора що на пляжі произошло? Що, нормальна робота з туристами. Росіяни самі попросили закопати їх по шию в пісок. А чому ти їх вниз головою вверх ногами закопав, а? Труднощі перекладу. Рахат і Лукум ще погано знають українську мову. Так, не поняти задання. Не вміх хорошо закопати глибоко. Качественно. Ой. Так, я не понял. Опять что ли? Это еще кто? А це у нас переможець конкурсу, хто довше пролежить під сонцем на пляжі. Он что, идиот? На сонце плюс 50. Зачем он согласился? Тому що приз – пляшка водки. Зачем ему водка? У нас же all-inclusive. Ви погано знаєте росіян. Послушай, у нас каждый день приезжает скоро. Вчера 10 машин сразу приехало. Так вчора ж було мегапаті. Ну, ви ж самі хотіли пінну вечірку. Да, я заказывал мильная пена, но ее не было. Складнощі перекладу. Я сказала хлопцям привезти піну. Вони привезли, але монтажно. Ошибка произошла. Это вы у меня тут две ошибки. Ні-ні-ні, вы на них не кричите. Росіяни самі були, знаете, в шоці. Прямо так в захваті. Вони прямо в захваті отак і застигли. Кошмар, что за ужас тут вчера творился? А что, олимпиада була? Какая олимпиада? 10 скорых приезжало. Олимпиада для русских. Ну, вони хотіли в Париж, а їх не пустили. Але ми зробили їм тут. І що там було? А що, все те ж саме, що і на звичайній олімпіаді, тільки для руських. Кидання спису! В руських.
Русских. Стрельба. Русским. Ты что, стрелять русских? Ні, ви що? Там був спеціальний гість. Турецький жандарм з Олімпіади в Парижі. Він у нас, до речі, золото взяв. Ага. А завтра? Завтра Паралімпіада. Так. Паралімпіада? Для кого? Для виживших руських. Послухай. Послухай, ти розумієш, що із-за твоїх цих конкурс-шмонкурс наш отель терпить убитки? Ні-ні, навпаки. Я відосики з нашими активностями виклала в телеграм-каналі. Всі питають, а де цей готель знаходиться? Тож у вас скоро тут буде черга з українців, які хочуть на це подивитися. А там і поляки, і литовці, і інші нормальні люди підтягнуться. Это, конечно, хорошо, но я все равно переживаю. Покажи мне расписание на сегодня, какие у тебя там расписания. Будь ласочка, все готово. 9:00 – формування команд учасників розважальних конкурсів. Хорошо. 10:00 – прощання з переможцями, надання першої допомоги призерам. Дальше. Обід 11:00. Какой 11:00? Ти що, у нас в отелі 12:00 обід. В готелі в 12:00, а от у акул об 11:00. Акули дуже люблять русських. Послухай, ніяких акул, от мене це акула. Слухай, ти можеш проводити якийсь конкурс, який більш безпечний, наприклад, там, не знаю, караоке? О, караоке вже неможливо. У нас закінчились мікрофони. Як закінчились? А де вони? У русских глубоко. Очень глубоко, уже не достать. Ні, ну, вони самі винуваті. Вони вчора співали оцей Газманова, Любе, Рахати Лукум побачили, що я плачу, ну і... Понятно. Ей, двоє, быстро вернули мікрофони. Даже если вернуть микрофоны, то петь в них уже никто не будет. Там русским духом пахнет. И что, ты вот этого ты сделали из-за песни Газманова? Ні, вони ще кричали в мікрофон «Кемер наш». Так, слушай, все, сьогодні ніякої вечірньої програми не буде, все. Ну добре, ми будемо розважатися на барі. О, на барі! Нікакая бара, я бара теж сьогодні закриваю, не буде бара сьогодні. Ну чому? Потому что вчера 20 человек с ожогами больницы отвезли. Что ты с ними делала на баре вчера? Да я просто подменяла бармена. Да все было нормально. Росіяни просто замовили самбуку. Я розлила, підпалила, а потім просто привіталася. Як ти привіталася? Слава Україні! Героям слава! Отак один на одного наплювали, таке фаєр-шоу почалося. Але я одразу почала їх тушити піною. Молодець! І за огнетушителя? Монтажною. Это катастрофа! Это... Хорошо, красиво парашюта полетел. А кто его отвязал от катера? Почему, куда он полетел? В Иран. До своїх іранських братів. Іран і Росія тепер брати навіки. Так, перекратіть це все. Ти розумієш, що із цих твоїх конкурсів к нам сьогодні повинні приїхати із посольства Росії. Ти розумієш, який скандал буде? Кстати, де вони? Зачекайте, ви про отих чоловіків, що у піджаках і в кроватках? Да. Ой, у них щойно була фотосесія з удавом. Ні, фотосесія всім сподобалось, особливо удаву. Такої вечері в нього ще не було. Що? Удаву сожрати русський консул? Ну чому одразу сожрати? Обіймати отак. Он хоча б жив? Хто? Удав, звичайно, жив. Та який удав? А, консул. Він отам на парашуті. Он тепер герань. Пожалуйста, я тебе очень прошу, последний раз, давай договоримся. Ты не трогаешь больше русских и никаких с ним конкурс не проводишь, хорошо? Ага. Вы еще запропонуете тут коммерческий мирный саммит влаштувати, ага, сейчас. Ах, так, ты меня не слушаешь, все, я тебе увольняю, ты уволен, все, уходи давай. Что?
Та й раді Бога. Я ще в три готелі влаштувалася, ага, і скоро по плану обійду Генштаб. Це що? Що за безпреділ? Що у вас за бардак? Прости, дорогой, недоразумение получилось. А меня чуть не угробило. Я все понимаю, за нее не переживай, я еще уволил ее. Нет, все, здесь не будет уже, да? О, вот так вот и надо, чтоб порядок у вас был. А то Путин на Украине закончит и придет к вам сюда, порядок наведет. Понял, чурка? Я все понял. Иди на бар, водка пей. На бар, водка. Расти на бар, а потом на горку. Можем повторить. Слушай, Виктор Сергеевич, прости, дорогой, а? Я передумал. Слушай, ты не уволена, держи. Я тебе зарплату подниму, только ты, пожалуйста, все свои программы, твои конкурсы, вот этот русский шайтан проведи хорошо, да? Чтобы все русские участвовали в этот конкурс. Пошли в жопу со своим Путин, понятно? Ну что, таких аттракционов в Турции еще не было. Рахат, Лукум. Несіть удава. Вперед, хлопці, будемо працювати. Батько наш бандера, Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Дизель-шоу. Осінь чарівна, а з дизель-шоу найсімейніша. Центр та захід України. До вас їде дизель-шоу. 18 жовтня нову програму ми покажемо Кременчуку. 19 жовтня найкращі жарти подаруємо черкасам. 21 жовтня зігріємо улюбленими історіями Вінницю. 28 жовтня патріотичний гумор лунатиме у Львові. 30 жовтня засяє усмішками Івано-Франківськ. 31 жовтня разом задонатимо на ЗСУ з Ужгородом. А 10 листопада будемо обійматися з глядачами в Житомирі. Всеукраїнський тур «Дизель-шоу» продовжує свою подорож. Чекаємо на кожного! «Дизель-шоу» Що я... Ё-моё. Ну все, нам капец. Он в руки автомат взял. И что? Он без магазина. Ну он ж смотри, какой злой. Может, прикладом втащить или дуло всунуть. Куда? Ну куда? Как это работает? Четко и слаженно. Это же автомат Калашникова. Я знаю, что это. Почему я не могу вас расстрелять? Вообще, не надо вам оружие в руки брать. Отдайте его вашей любимой белорусской армии. Нет, вас нужно расстрелять. Я из-за вас ночь не спал. Ладно, давайте по порядку. Где ядерное оружие, которое передала нам Россия? Александр Григорьевич, разрешите доложить? Докладывай. Ситуацию пояснит министр МВД. Ну, что молчишь, как будто молочки в рот набрал? Давай, сглатывай и говори. Тебе не впервой, давай. Александр Григорьевич. Я уже 300 лет, Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, ядерное оружие мы
Мани-мани. Что вы сделали? Передали? Кому вы передали? Нам его передали. Я в курсе. Узкие. А мы его... Ай-яй-яй. Проиграли? Карты вагнеровцам? Я ж сказал вам не играть с ними в карты. Ну какой идиот сядет играть в карты с зэками? Я вот две партии буквально сыграл. Теперь вагнеровцы у нас будут жить в Беларуси бесплатно целых полгода. Гош, не проиграли. Ай-яй-яй. Я не понимаю, перепродали? О, Господи, лучше бы перепродали. Он хочет сказать, что ядерное оружие мы потеряли. Но в более грубой форме. Мани-мани. Мани-мани. Как? Как можно было потерять ядерное оружие? Александр Юрьевич, разрешите доложить? Докладывай! Это все они виноваты. Что? Что? Почему это мы виноваты? Что? Мы чего? Милиция и военные, они сопровождали груз. Мы КГБ все четко сделали. Карты им нарисовали. Секретные! Да вы такие секретные карты нарисовали, что мы их расшифровать даже не смогли. Да. Мы уже думали по звездам ориентироваться. Так а что ж вы не сориентировались? Потому что мы днем ехали. А какого хрена вы ехали днем? Александр Григорьевич, ночью страшно. Ну, мало ли там какие-то партизаны там. Ты же мне давеча докладывал, что в Беларуси нет никаких партизан. Нет, нет. Ну, нет, нет, да и да. Вы вообще понимаете, что будет, если там за бугром узнают, что у нас пропало ядерное оружие? Они же ржать над нами будут. А, ну то есть ничего не поменяется. Ну, да. Отставить! Беларусь — это сильная держава, которую боится весь коллективный Запад. Я сейчас сказал что-то смешное, генерал. Ну это же анекдот. Ты идиот! Александр Григорьевич, мне кажется, не надо нервничать. Ну, это ж как бы не иголку в стоге сена искать, правильно? Вот именно! Конечно, это ж здоровенные машины со здоровенными ракетами, правильно? Огромные! Вот, я с вами согласен полностью. И где они? Неделя уже прошла. Докладываю, значит. Мы прочесали все стога сена вдоль всех дорог Беларуси. Ну? Нашли две иголки. Цыганская одна такая. Ракет нет. Как сквозь землю провалились? Ты у меня сейчас под землю провалишься, генерал. Если вы сегодня же не найдете мне ракеты. Вы, милиция, вы что делали? Вы же должны были провести какое-то расследование. Вы его провели? Нет. Зачем? Вы нам говорите обычно, кого в тюрьму сажать. Мы того и сажаем. Александр Григорьевич, ну 25 лет уже так. Ох, разбаловал вас, разбаловал. Слушайте, я предлагаю еще немножечко подождать. Чего? Может быть, кто-нибудь найдет, принесет в бюро находок. Вы чего, идиот, что ли? Какое бюро находок? Спасибо. Это ядерное оружие, это огроменные ракеты, зеленые такие длинные. Спасибо, генерал. Объявление в газету давать надо. Хорошо. Пропали ракеты. Длинные, зеленые, такие большие. Нашедшему вернуть за вознаграждение. Мы и так два танка нашли после учения. Хорошо, генерал, мы дадим объявление, а рядом дадим твой некролог. Я спрашиваю последний раз. Куда делось ядерное оружие? А? Александр Григорьевич, ну мы скоро выясним, правда? Когда скоро? Когда увидим ядерный грибок над Москвой? Или когда прочитаем заголовки газет? Все, Кремль разрушен до основания, ракеты вернулись на родину.
Кангрилович, не дай бог, конечно. Хотя этот вариант мы рассматривали как основной. Дима, ты дебил? Вы тут все дебилы? Секундочку, я идиот. Сядь! Ладно, я сейчас сам проведу расследование. Давайте с момента пересечения границы. Что было дальше? Значит, смотрите, они нам их передали, а мы, значит, их потом везли-везли. Везли-везли и увязли. Где увязли? По дороге. Где вы могли увязнуть? У нас прекрасные дороги в Беларуси. Я лично проверял. Так мы ж через лес везли. А какого черта вы ехали через лес? Боялись, чтоб не стыбзили. Помогло? Нет, стыбзили. Сядь уже. Вы, КГБ. Куда смотрела КГБ? Ну как куда? За оппозицией? Ну вы же сами нам говорили. Запомни, Димочка, белорусская оппозиция страшнее, чем ядерное оружие. Вот так вы сказали. Я не так говорю. Вы так говорите, Александр Григорьевич. Он не так, а вот так разговаривает. Ой, никогда, что у него горло село. Горло, чуть-чуть сиплости. Ше мягче. Не закройте рты! Идиоты. Слушайте, Александр Григорьевич, а может это вагнеровцы сперли? Да зачем оно им надо? Ну, чтоб напугать Герасима и Муму. Кого? Герасима и Муму. А, вы же не знаете, это по кличкам мы их так называем. Чтоб напугать Герасимова и Шойгу. Ну, типа такие, давайте нам снаряды, или мы вас зафигачим ядерной бомбой. Ой, что вы несете? Что? Вы что, вообще уже идиот? Это же ядерное оружие, это сложнейший механизм. Спасибо, генерал. Мы, военные, до сих пор с ним не разобрались. А зэки что? Да они просто могли бы колеса с машин поснимать или магнитолу выкрутить. Кстати, дайте ориентировку по всем авторынкам, пусть ищут магнитолу. Каким авторынкам? Идиоты. В России уже кто-то знает об этом? Нет. А Муму? Шойгу? Да он даже не знает, что эти ракеты передали. У них там такой в армии бардак. А у нас прямо порядок. Да. Мы прям молодцы, огурцы. Да. Да сядь ты уже, генерал штопанный. А Александр Григорьевич, на самом деле не все же так плохо. И из 5 ракет у нас же 2 осталось. Так что ж вы молчите? А какие именно? Тополь и Сармат? Поломанная и надувная. Я сейчас одного из вас поломаю, а одного надую. Меня ломайте. А меня пронесло. Я вообще не понимаю, зачем нам надувная ракета? А то, что у нас 2-й год надувные танки на границе с Украиной стоят, вас это не смущает? Не смущает. Разрешите? Это еще кто? Это наш специальный посыльный по специальным поручениям. Докладывай. Александр Егорович, у меня 2 новости, хорошая и плохая. Давай с хорошей. Наши специалисты поломанную ракету починили. Ну вот, можете? Можете. Когда захотите. Да. А какая плохая? У них получился трактор. Господи, что ж за страна-то такая? Что не делают трактор, получается? Я надеюсь, он хотя бы ядерный? Никак нет. Он получился сгоревший. Что значит сгоревший? А что случилось? Ядерная реакция? Не совсем. Наши специалисты испугались вашей реакции, возможной, и на всякий случай его сожгли. Ну-ка, дуй. В тюрьму? Нет, пока. Дуй отсюда, а вот вы у меня сядете. Вы у меня крепко сядете. Александр Григорьевич, ну если уж так получилось, что эти ракеты пропали, может, это знак, может, они нам и не нужны вовсе. Что значит не нужны вовсе? А я зачем полгода Путину усами там щекотал? Ого, так это правда? Правда, усами. Вы что там болтаете? Я же не своими усами щекотал. Я Пескова использовал в качестве посредника. Понятно, да. Не, ну честно. Да все, проехали. Все, проехали. Забыли. Вот не зря мне этот сон приснился. Страшный.
жизненный. Будто бы мне Путин отдал все ядерные ракеты со всей России. Я ему говорю: Вова, да, я его так называю, Вова, во сне, конечно. Я ему говорю: Вова, а зачем мне столько? А он говорит: берите, берите, у меня со страной непонятно, что будет, а у вас по-любому не потеряется. Ага, не потеряется. Дает мне чемоданчик ядерный, я говорю: я же не умею этим всем пользоваться. Он говорит: там ничего военного, одна кнопка, не промахнетесь. Ну, я беру ядерный чемоданчик, еду в Минск. Ну, правильно, вы же в Минске живете. Вот ты вроде поумнее, я тебе рассказывать лучше буду. Так вот, приезжаю я в Минск, открываю этот ядерный чемоданчик, а там не одна кнопка, а две. Одна с газом, вторая без. Ты идиот? Вы так ему сказали? Ты идиот! Вы два раза ему так сказали. Ладно, да, так и сказал. Ой, классно. Так вот, я гляжу две кнопки. Одна красная, другая черная. Вы как интересно. Я звоню, говорю: Вова, так а что ж ты меня обманул? Тут же две кнопки, какая из них какая? Он говорит: вот нажмете, тогда и узнаете. Интрига. Интрига. Ага. Дай, думаю, нажму. Ай. Жму на красную. И что? Ничего. Ух ты. Жму на черную. И что? Ничего. Ничего. Ух ты. Тогда я на две одновременно. Хрясь! А что? И тут из шахты ракета как пойдет и как шандарахнет, и прямо мне у трусы. Я просыпаюсь, и действительно, ракета у трусах. Вот к чему этот сон? Александр Григорьевич, говорят, если говно снится, это к деньгам. Ты что, Путина говном назвал? Даже я себе во сне такого не позволяю. А ты представляешь себе, что будет, если это говно... Владимир Владимирович сейчас позвонит и скажет: ну-ка, возвращай взад все ядерное оружие. Что я ему скажу? Ну, что? Скажите ему: подарки не отдарки. Только полный имбецил сможет такое сказать Путину. Я идиот. Я в курсе. Но я так вам скажу. Повезло вам, что у вас есть армия. Мы, значит, проведем спецоперацию, поедем в Кремль и выкрадем тот трактор, который вы подарили Путину. А это зачем? Как зачем? Он вам позвонит, спросит: где мои ядерные ракеты? А вы ему: а где мой трактор? Хоп, 1-1. Нет, вы вообще конченые. Это же моя любимая песня. Так это... Александр Григорьевич, это телефон. Черт, это ж Путин звонит. Ну точно он. Ну я думаю, какое-то время мы выиграли. Да. Значит, ты ж зараза. Как же ж ты? Что ж ты хочешь от меня? Отстань уже! Алло. Отвяжись! Да, здесь. Гнида ты маленькая. Сейчас. Карлик! Бункерный дед! Червяк! Говно такое! Ненавижу тебя! Диктатор! Это вас, Александр Григорьевич. Кто это? Путин. Алло! Владимир Владимирович, а я как раз о вас стихи сочиняю. Мой телефон на зарядке. Владимир Владимирович, да-да-да, все получили, спасибо большое. Что? Как возвращать? Так,
Подарки не отдарки. Во, отлично. Так вы меня еще не называли. Даже во сне. Так сфотографироваться? Это как фотографироваться с ракетами? Да, да, сейчас сделаю. Вот только надую, надену штаны. Я же в туалете. Слышите, эхо какое? Ой. В общем, перезвоню, как только сфоткаюсь. Целую, люблю. Ой, спасибо большое. Кем я окружил себя? Сплошные дебилы и идиоты! Что делать? О, пульс. Ну все, давление. Есть идея. Значит, давайте скажем, что мы их использовали. Если бы мы их использовали, уже бы все устали. А мы скажем, что мы ими стрельбанули, а наше ПВО их сбило. У русских так часто бывает, они поверят. Версия хорошая, но... Разрешите? Ну, докладывай. Две новости. Хорошая и плохая. Давай на этот раз с плохой. Все пропавшие ракеты нашлись. О, так... Сынок! Ничего себе! Я сейчас расцелую. Отойди. Кем ты был до этого? Ну, как бы никем. Теперь ты кто-то. Поздравляю. Спасибо. А чё ж плохая-то новость? Хорошая вроде. Так это... Все ракеты нашлись в Украине. Где в Украине? В Черниговской области. В полной боевой готовности. Какая хорошая. Ну так в Украине-то точно они никуда не пропадут уже, а? Ну-ка, дуй. В тюрьму? Дуй в ракету! Надувай, сейчас фотографироваться с ней будем! Для Путина? Нет, блин, для одноклассников! Понял. Так, сколько нужно времени для того, чтобы сделать точно такую же ракету? Иран 40 лет делает, никак не сделает. 40 лет, это долго, мне надо быстрее, пока я ищу президент. А, то есть, получается, по времени мы не ограничены, да? В принципе, да, молодец. Ага. Но я бы не затягивал. Не затягивайте. Разрешите. Так. Ну. Две новости. Плохая и плохая. С какой же начать? А давай с плохой. А нет, давай лучше с плохой. Прекрасный выбор. Сфотографироваться на фоне надувной ракеты не получится. Почему? На ней кто-то написал «На Москву». Кто? 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 Я вообще писать не умею. Какая вторая плохая? Надуваемая ракета постепенно приходит в боевую готовность. Ну, это же неплохо. В ответ НАТО привело в боевую готовность все свои ракеты, но они у них не надувные. Ну-ка, подстой! Куда? Никуда! А ракету подстой! Быстрее! Так, а нам что нам? Делать, а? Вы как хотите, а я подстую в бункер! Мы с вами в бункер! Дизель-шоу! Уважаемые отдыхающие, подходим, фотографируемся. Уважаемые приезжие гости нашего края, подходим фото в Крыму на память. Можно ее сразу на памятник? Последние дни бархатного сезона успеваем захватить перед початком бавовняного. Фотографии для российских военных бесплатно. Потім заплатите за все, гади. Хто забыл сфотографироваться с осликом? Він єдиний законний росіянин у Криму. Фото с російським флагом. Последняя осінь. Подходим.
Нам Криш! Вітаю. А, звісно, Крим наш! Я бачу, у вас ПВО торчить. Пардон, що, хохол? Ні-ні-ні, шановний, я не х**. Я корінний кримчанин. Працюю вже на цьому місці 40 років. 40 років, так? Що ти ні хрена не був? Це тому, що ви турист, і вам обов'язково потрібно фото в Криму, так? Нахрена. Ну як нахрена? Ви ж тут кожного дня... А згадати нема що, і фоток нема. А що родичам розказати? Так що я пропоную зробити фото, як то кажуть, в останню путь. Тобто, в останній раз. Давайте оце, на фоні усього ПВО. Давайте, отак, дивимося. О, давайте, как будто вы на ладошке его вот так вот держите. Очень хорошо, очень хорошо. А теперь вот на фоне этого кораблика. Кораблик. Небыто вы вот так вот ручкой за пушечку его поднимаете. А, да? Да? Очень хорошо. А теперь подходим к карте. И пальчиком показываем, где мы сами находимся. О, дуже гарно, дуже гарно. Значить так, як тільки ви отримаєте фото, одразу викладайте їх усі соціальні мережі. Значить, ВКонтакте, Однокласники, Інстаграм, чи вже закрили? Дивіться фотки, як вам? О-хо-хо, бомба-ракета! А, так, так, ось після цієї буде бомба, ось після цієї буде ракета, а от після цієї буде пушка-граната. Сколько фоток мне вот на два воспоминания хватит. Я думаю, уроков на 15. Какой-то у вас вот этот крымский диалект, я не понимаю вообще половину. А вот вы разговариваете российскую, я тоже половину нифига не понимаю. Я пойду. Так, так, я все вышлю вам на e-mail. E-mail. Господи. Фу, кошмар. Граждане отдыхающие, выездное фото на фоне Крымского моста, поки він ще стоїть. Підходим. Крутоголов Егор Григорьевич? Известный крымский фотограф. Он самый? Майор Капитанов, ФСБ. Капитан майоров, ФСБ. Догадываетесь, по какому поводу мы здесь? Догадываюсь. Фотка ужасная. Червоні глаза, мішки під глазами, второй подбородок. Я взагалі не займаюся фото на документи, але для вас спеціально зроблю. Смотрим сюди. Очень хорошо. Ось подивіться. Тепер у вас обличчя, а не як у вас в удостоверенні жопа. Ми тут не за цим. А що, просто фотографії? На фоні ПВО чи на фоні корабліка? Чи, може, хочете на фоні ще стоящого Кримського моста? Тут недалеко, 2 години. Ви на машині? Ні, ми не на машині. Так, а що ж ви хочете? Може, я зрозумів. Сразу потрібно було додуматися. Два мужика в костюмах на пляжі. Вам потрібні свадебні фото. Становіться отсюда. Сюди. Дивимось отсюда. Зараз все. Тільки можна по секрету? Хто із вас жужик, а хто ужик? Чого? Ну, хто із вас тонельчик, а хто, так сказати, паровозик? Ну хто меч, а хто ножни? Хто фату держать буде? Нам не нужны никакі свадебні фото. А, точно, я ж забув, це запрещено в вашій стране, правильно? Мужчина, ви не поняли, ми з ФСБ. А, типа всім запрещено, а ФСБшникам можна, пожалуйста, да? І нам нельзя. А, тобто це тайна церемонія. Все, я нікому не поняв. Ми не з цих. Из каких? Не из этих. Тобто вы не из ФСБ? Из ФСБ. Оба? Оба. А, служебный роман. Какой нахрен служебный роман?
А, просто курортный, тільки познайомились. А, все понятно. Тоді давайте отак от ручку на нього. Отак, ось сюди. Ножку ось сюди. Дивіться. Дуже хорошо. Так, дуже нам хорошо. Не нужно совместное фото. А, у вас курортний роман, і ви не хочете, щоб про це дізналися дома ваші мужья. Правильно? Так, хватит, остановитесь, не надо нас фотографировать. Тепер ясно, хто із вас паровозик. Вічно мужчини не хочуть фоткатися. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Значить, тонельчиком, з тонельчиком ми определились. Для тонельчика у мене є прекрасна пропозиція. Закат, камні, фотосесія ню, волни. О, кстати, у нас ще скидка для беременних. Я вижу, у вас тут четвертий-п'ятий місяць. Так. Нам не нужны свадебные фотографии, у нас не курортный роман. Понял, с друг другом не хотите. Хотите с осликом? Нет. А сфотографироваться? Мы вдвоем ничего с осликом делать не хотим. А, понятно, то, кто хотите по отдельности. Приват с осликом, да? Есть такая услуга, буквально вчера фотографировал и видео снимал с одним кадыровцем. Вы знаете, у ослика такие были влюбленные глаза. Особенно, когда он узнал, что он паровозик. Ой, ну что, там просто такое счастье, такое счастье. Столько... Так, нам не надо от вас ни фото, ни видео, ни осла, ни попугая. Нам нужны вы. Я? Не-не-не, мужики, я не по этим делам. Вы найдите себе другого фотографа. До свидания. Подходим, фотографируемся. Нет, вы серьезно не поняли. Мы за вами полдня по пляжу бегаем. Это что, из-за моих фотографий? Да, именно из-за ваших фото. Всюду, где вы фотографируете, потом прилеты. Совпадение? Не думаю. И я не думаю. Мы считаем, что прилетает потому, что вы фотографируете наши военные объекты. Поэтому мы изымаем ваш ноутбук вместе с фотографиями. Во-во-во-во-во, подождите, вы что, там столько фотографий со слом, там фото, компрометирующее половину российской армии и весь генералитет. Вот это нам как раз и надо. Ну, там еще и фото, які компрометируют самого осла, у него это же права, ну, подумайте. Ничего-ничего, разберемся. Это еще что такое? Фотография закохана пара. Я вижу. В сердечке что? Что? Это же крейсер «Москва». Ну, серьезно? Не заметил. Вы залезли в архив, это еще 22-й рик. У вас фото стоит на заставке. Ой, давно не открывал. Вот это что такое? Что это? Что? 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 Это наша секретная подводная лодка. Ее подбили месяц назад. Где? Во рту? В порту! А, она у вас во рту! Да вы еще и поэт. Ай да сукин сын! Кто? Пушкин. Я ФСБшник. А вот это, по-вашему, тоже случайное фото, да? Да, абсолютно случайно. Просто мужчина стоял с зажженной 19-й сигаретой. И вот так вот оно вылетело. Оно, кстати, не всегда вылетает вот так. В основном вот так вот, либо вот так вот. А тут вот повезло. Я назвал это фото «зажигалочка». Ладно, допустим, эти фотографии были сделаны с вами совершенно случайно. Да. Но вот эта фотография конкретно дискредитирует нашу власть. Кому из этих двух персонажей принадлежит вот эта надпись? А что, непонятно? Нам? Нет. Ну, подумайте. А, вы же ФСБшники, вам не положено. Ну, может, какие-то варианты? Ну, если вот этот мужчина, то он как бы и не похож. Нет. То есть вы хотите сказать, что осел – это Путин? Я такого не скажу никогда. Путин – осел, вы хотели сказать? И вообще-то вы будете практически правы. Там какая ситуация была? Раньше у меня был питон по кличке Путин. Путин-питон. Такая смешная созвучность, знаете. Вот. И однажды эта старая скользкая ненасытная гадина решила проглотить больше, чем может. Понимаете? Да? И поперхнулась и умерла. Другими словами, сдохла. А табличка осталась, я когда купил нового осла, вот, повесил на него, вот и все, вот и все. Хорошо. Скажите, а здесь тот же самый осел?
Не-не-не, це разные. Один з Петербурга, а этот из Минска. Так, все понятно. Мы изымаем весь ваш зоопарк вместе с компьютером. Подождите, а что, и попугая тоже? И попугая тоже. Тобто вам на фронте там птички уже нужны? А, ну а слов вы уже понабирали, я понял. Ну что, забирайте, это все равно папье-маше. Все счастливо. Подходим, фотографируемся с двумя обезьянками. Фото с двумя обезьянками. А где у вас обезьянки-то? Ну, хотите, можно по-другому. Фото с секретными агентами ФСБ. Тихо, тихо, ты палишь нас, а ну быстро поехали с нами. Тихо, 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 я согласен. С обвинениями? Я согласен быть вашим агентом. Ты дурак, что ли? А что, обязательно быть дураком, чтобы в ФСБ работать? Не понял. А что, и тупить надо? Ну и работенка у вас. Значит, смотрите, я буду вашим секретным агентом. Дайте, как я это бачу. Значит, я стою на этом же месте и высматриваю подозрительных отдыхающих. Как только вижу сразу его анфас, профиль, скидываю вам и кричу: «Ослик и обезьянка!» Это кодовое название для вас. Ты будешь ослик, ты будешь обезьянка. Меня можете называть просто Антонио Бандерас или Антон Бандера, как вам нравится. После чего я в процессе фотографии провоцирую, спрашиваю: а чей Крым? Они говорят: Крым наш. А я кажу: а я чув, что Крым скоро будет украинским. А они такие: чё? А я кажу: Шойгу через плечо и поджопника, на! Вот так вот. Ты охренел? Вот он мне говорит: ты охренел? А я говорю: нет, это подарок от ЗСУ. И еще поджопника. А, ты что делаешь, Да. Обязательно всех по заднице бить. Так все же в России через жопу делается. Чтобы никто не заподозрил, что я работаю на ФСБ. Это понятно, хлопчики? Понятно. Так, собирай вот это все и едем с нами. Подождите, куда? С нами, на подвал поедем, поговорим там по душам. Подождите, последнее фото. Все-таки 40 роков тут отработал. Давайте сфотографируемся вместе. Какое фото? Зачем это? Со вспышкой. Где он? Я не знаю. По голосу его брать. Я держу его. Замерли. Очень хорошо. Для ЗСУ будет достаточно материала. Все, хлопчики, ожидайте прилета птички. Слава Украине! Я держу его. Дизель-шоу. Осінь чарівна, а з Дизель-шоу найсімейніша. Центр та захід України. До вас їде Дизель-шоу. 18 жовтня нову програму ми покажемо Кременчуку. 19 жовтня найкращі жарти подаруємо черкасам. 21 жовтня зігріємо улюбленими історіями Вінницю. 28 жовтня патріотичний гумор лунатиме у Львові. 30 жовтня засяє усмішками Івано-Франківськ. 31 жовтня разом задонатимо на ЗСУ з Ужгородом. А 10 листопада будемо обійматися з глядачами в Житомирі. Всеукраїнський тур «Дизель-шоу» продовжує свою подорож. Чекаємо на кожного! Как же задолбала эта картошка. Когда мы уже с Беларуси с этой свалим. Да! Да, товарищ генерал, так точно. Сейчас на полигоне отрабатываем слаживание между родами войск. Да, да, ну так, слаживание у нас серьезное. Снаряды заканчиваются. Да. Конечно, слышали про поставки Украине немецких танков. Готовимся. Так точно. Выполняю. Твою мать, готовимся. Как мы готовимся? Товарищ полковник, здравия желаю. Разрешите обратиться? Обращайтесь, лейтенант. Товарищ генерал звонил? Да, звонил, только что. А чего хотел? Да интересуется, готовы ли мы к встрече с немецкими танками?
А мы готовы? Да если я личному составу эту информацию донесу, они разбегутся у меня по всей Беларуси. А ему сказал, конечно, готовы. Это правильно. А можно и мне стаканчик налить, чтобы я тоже был готов? Лейтенант, ты хоть бы раз закуску принес. Я принес. Там гуманитарка подъехала. Тверской областью все собирали для нашей части. Губернатор передал. Отлично! Ну хорошо же, молодцы же. Давай, тащи сюда эту сейчас тушенку, там все дела. Где эти КАМАЗы, гуманитарки? Давай их сюда. Вот. Маловато как-то для всей Тверской области. Ну, видимо, то, что не жалко. Посмотрим, вдруг там что-то ценное. Что это? О, прикольно. Ну, в крайнем случае, в два раза больше, чем Министерство обороны нам выдало. Да. В этот раз хоть не ношеные. Они бы еще записку написали. Это вам для встречи с немецкими танками. Да вы не волнуйтесь так. У меня новость хорошая. Я нашел специалиста по немецким танкам. Что ж ты молчишь? Да. Лейтенант, ё-моё! Говорят, он во время войны 20 танков подбил. Да ты что? Что это за Рэмбо? Где он был? В Сирии, в Ираке? А, ЧВК Мендельсона. Понимаю, понимаю. Серьезный парень. Давай его сюда. Сейчас он к нам на инструктаж должен подъехать. Давай, давай. Ждем. Можно пока... Пошел ты нах! Кочерыжка недокочерыжная. Сморчок недосморщенный. Мне 97 лет, а он в меня автоматом тычет. А такой. Дед, ты кто? Кто-кто? Лавров в пальто. Слышь, ты конь педальный, ты что здесь делаешь, а? Что делаешь, что делаешь? Сами спросили. Дед Афанасий, приди, помоги нам с немецкими танками разобраться. А то мы сами все тут обосрались. Это кто тут обосрал? А вот это вот вам на что? Или вы друг перед другом труселями хвастаетесь? Вы что, эти... Не только голубые береты? Никакие мы не эти. Мы штаб противотанковой обороны. А вы, я так понимаю, специалист по танкам? Так точно. О, служил в белорусском партизанском отряде с 1941 по 1952. Погодь, дед, так война вроде в 45-м кончилась. Ну, нам, партизанам, не сразу сказали. А, у нас тогда телефонов не было. Вот, ну так я мосты до 52-го взрывал. Хлопчики, ну я за это уже отсидел. Ладно, понятно, нам это не интересно. Это самое, у нас тут проблемы посерьезнее, дед. А, знаю я ваши проблемы. Ага. Это как у немцев в 45-м. Не знаете, кто будет капитуляцию подписывать, да? Какая капитуляция? Нам нужна только победа! Это я по труселям уже понял. Скажите мне, выйти, что вы тут переоделись? Или вы не только мериться будете этими, вы еще и дулами мериться будете? Дед, так ты ветеран у нас, да, все-таки? Но. Боролся все-таки, да? Так может, совет нам дашь, а? Как нам с леопардами справиться? А... Так леопарды в Беларуси не водятся. Здесь кабаны водятся. Такие кабаны задрались, своими рылами роют огород, роют рылом. Отставить кабанов. Леопарды – это немецкие танки. Нет, ты что-то перепутал, милок. Немецкие танки – это тигры и пантеры. Нет, а у вас были тигры и пантеры, а сейчас у них леопарды. Ну, неважно. То кошки и это кошка. Вот. А здесь главное слово немецкие, значит, качественные. О. Дед, так а что же нам делать тогда? Завидовать вам, хлопцы. Да мы тебя серьезно спрашиваем. Да я серьезно говорю, как только леопард в атаку пойдет, вы даже леопернуть не успеете. Серьезно говорю. Так, выдайте ему паёк, и вышли он нахрен отсюда. Паёк? Может, пусть еще поживет дед, а?
Так, хлопцы, слушайте внимательно. Для леопардовой атаки вот эти труселя не подойдут. Резинка слишком слабая. При первой атаке от нагрузки спадут. Я вам рекомендую впереди еще такую дырочку сделать. Потому что вы после увиденного, ну, еще лет 10 под себя будете ходить, хлопчик. Дед, смотри, чтобы мы в тебе дырочку не сделали. Лейтенант, ты где его взял? На белорусских телеграм-каналах. Ну, согласен, как инструктор он немного устарел уже. Ну, может, сойдет как для мотивации бойцов. Выйдет, скажет, сынки, мы тогда смогли, вы сейчас смогете. Ну, типа патриотическое воспитание, там, да, поднятие духа. Да. Ну, давай попробуем. Дед! А ты сам-то этот танк немецкий видел? Вот как тебя. Но только там и тигр был, а ты больше на козла похож. Так, дед, ты не хами, не хами. Как будто вот ты, когда танк увидел, ты не испугался, да? Сначала очень страшно было, очень было страшно, вот. Как только первый раз. Ага. А когда вот немецкие танки сквозь Беларусь на Москву пошли, уже легче стало. Уже отлегло. Нет, это не мотиватор, это демотиватор какой-то у нас получается. Дед, давай ближе к делу. Что делать-то? Что делать? Сдаваться, хлопцы. Сдаваться вам надо, правда? Да какой сдаваться? Вы же тогда не сдались? Ха, так что нам до Москвы за этими танками сдаваться бежать, что ли? Но под Москвой-то мы их остановили. Остановили? А как было дело? Наш белорусский партизанский отряд совместно с украинским, это важно. Да, перерезали этим танком путь к топливу. Ага. Вот. И им пришлось российским топливом заправляться. Все, клапана прогорели, стоят, пердят, радуются. Все. Отрезать, значит, им топливо. Но нам, дед, надо так, чтобы было как в Великую Отечественную. Вот чтоб наступление и победа. А, как в Великую Отечественную? Тогда еще проще. Ага. Нужно, чтобы ваш путлер застрелился. Все. Ты охренел? Честно, охренел. Вот когда увидел, как весь мир Украине помогает, охренел, хлопчики. Если им уже леопарды поставляют, то и на вашу землю скоро зверек один придет. Какой зверек? Маленький такой, пушистый. Песец называется. Подкрадется так незаметно и накроет всю вашу страну. Дед, хорош пугать-то. Что? Ты что-то толковое скажи. Должны эти немецкие танки-то как-то ломаться? Ломаться. Вот ваши эти чиновники на каких ездят этих автомобилях? Эти, на немецких. На немецких. А почему? Потому что они не ломаются. Качество, немцы, все, все. Ладно, сколько этих леопардов Украине поставляют? 300. Отсмокчи у тракториста. 300. 300. Есть. Есть способ, хлопцы. Так, ну. Нужно взять палку. Так. Палка такая, длинная такая. Ага. Ага. Привязываешь на палку труселя. Ага. Белые. И вот так, сдаемся! Все! Живы останетесь, Кость. Ты больной, дед, что ли? Зачем нам сдаваться? У нас на этом направлении, вот здесь вот, сосредоточено 900 танков. 900! О, 900 ваших танков? Но. И 300 леопардов. Это получается 3 ваших против 1 леопарда? Так точно. Тогда шанс есть. Так. Пиши. Пишу. Пиши. Что писать? Завещание. Все, пиши. Ой, я на... Завещание! Дед, слушай. Вот мы думали, ты нам придешь здесь, расскажешь о каком-нибудь секретном оружии. Есть. Есть секретное оружие. 70 лет в секрете держал. Ну? О,
О, о, Маузер. Немецкий, трофейный. Вот зачем мне пистолет? А ты подумай. А, это чтоб с немецкими танками бороться, надо немецкое оружие. Молодец, это тебе. О. Чтоб ты не мучился, в нем один патрон. Дед, ты сдурел, что ли? Другие варианты есть? Есть и другие варианты. Вот специально подготовил для вас советская энциклопедия. А на кой нам энциклопедия? Мы что, книгой в танк кидать будем? Нет. Читай. Вот тут все, что вам надо. Вот тут написано на О. Отступление. О! Отступление. Вам надо это, хлопцы. Какое отступление, дед? Ну, не хотите отступать, тогда вот это подойдет на Г. Гроб? А? Зачем нам гроб? Ну, не хочешь гроб, тогда на П. Пакет. Дед, какой гроб? Какой пакет? Ну, ты же когда с танком встретился, ты же как-то выжил? Выжил. Меня от танков ежи спасли. О, ежи. Противотанковые? Живые. Значит, как было дело? Значит, сидим мы как-то в окопе, ждем танковую атаку. Мне тут захотелось, приперло, понимаешь. Я быстро кусты, быстро штаны снимаю их. Ёжиков не заметил. Ёжиков. Меня сразу в госпиталь. Ну и пока иголки из жопы выдирали, танковая атака прошла. Вот так. Какие ёжики? Нам сказали, ты 20 танков подбил. 20? Ха-ха-ха, было и такое дело, хлопцы, было. Слушайте, рассказываю. Ну, давай. Сидим мы как-то на речке, а раков на голые жопы ловим. Ну, есть такой способ. Значит, а на весь отряд у нас одна граната и один автомат. Прям как у нас сейчас. 100 лет прошло, ничего не меняется. Отставит, лейтенант. Есть. Значит, командир кричит: «Танки едут!» И я гранату схватил и вперед! В атаку! В кусты. Стратуся, значит, и тут! Оказывается, что наш совместный украинский отряд, я вам рассказывал про него, мост заминировал. И когда поезд с этими танками ехал, бабах, и все, и этот поезд весь с этими 20 танками утонул. А за то, что я гранату единственную сберег, мне командир вторую гранату подарил. Правда, учебную. А теперь у меня их две. О! Дед, аккуратнее. Не шали, убери, дед, не надо. Правда, не знаю, где какая. Тем более. Смотри, как у меня. Ложись! Ты чё? Раз, два, три. Это учебное получается. А хлопцы, переодевайтесь. Хлопчики, если вы так от учебной гранаты падаете, что ж с вами будет, когда вы леопарда увидите? Дед, не понимаю я. Мы же тебя для этого и позвали-то. Рассказал бы нам, где у танков этих немецких-то слабые места какие-то. Слабые... Да, у нас технические характеристики на него есть. А ну дай сюда. Дай сюда, дай почитаем сначала. Так, максимальная скорость 75 километров в час. Ага. Пушка 120 миллиметров. Максимальная дальность прицельной стрельбы 4 километра. Хорошо. Что хорошего? Хорошо, что у немцев в 45-м этих танков не было. А так бы мы уже в Евросоюзе жили давно. А ты дед. Дед, нам вообще сказали, что ты герой, разведчик, ага. Что тебе медаль дали. Дали медаль, дали. Я подвиг совершил. Ну так. Рассказываю. Так. Пошел я, значит, как-то ночью... В разведку? Ну, пусть будет в разведку. Разведчик. Захожу в кусты, разведал, ежиков нет. Ежики исчезли. Значит, сажусь, начинаю разведывать. Разведаю, глаза так выпучил, чтобы лучше видеть ночью же.
Так наблюдаю, наблюдаю, и тут к заднице что-то холодное прикоснулось. Ёжик носом! Тигр дулом! Значит, прямо дуло свое так направил мне в центр принятия решения. Я, недолго думая, принимаю решение и прямо с залпом удуло ему. Все! Все немцы там сдохли от газа. Вот так! Вот так было! И мне за это командир медаль дал. На, говорит, Петрович, носи. Ну и где медаль? Сносил. Все, по 80 лет. Ну ты и дурак, дед. А что, не веришь мне, да? Не веришь? Где карта? Ну, показывай вот карту. О, вот карта, так, вот. Где вы? Ой, мы тут. Вот. А где немецкие танки? Ну вот тут они, вот. Так, понял. Ага, так. Ага. Так. Смотрите, хлопчики, через 3 часа вы должны быть вот тут. Чего, дед? Это же Урал! Ну, что думаешь, и там небезопасно, да? Ну, тогда вам надо в тайгу, хлопчики. В тайге вас танки точно не найдут. Ха-ха, нормально. Дед, мы были о тебе лучшего мнения. Да, что-то. Спасибо деду за победу, это не про тебя. А, хлопцы, это как раз таки про меня. Сейчас я вам расскажу, как мы добились этой победы, хлопчики. Ох, было дело. Ой, было дело, слухайте. Значит, сидим в окопе, видим, едут. Танки. Танки. Немецкие. 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 С немцами. Я на всякий случай уточняю. С немцами. Смотрю на танке вот такенный крест. Немецкий. Нет, блин, медицинский. Конечно, немецкий. Ну что, подъезжает он поближе, ближе. Я гранату хватаю и... Туду! 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 3 взрыва с 1 гранаты. Умели делать. 3 взрыва, бах! Ничего ему, этому танку. Я учебную кидаю. 18 раз граната по обшивке стукнула. Ни хрена ему! Да ты что? Этому танку. Все, думаю, капец мне. Ну, я молитву вспомнил. Господи, хоть бы пронесло. Не пронесло. Приготовился, и тут смотрю, из-за леса зубр белорусский выходит. Здоровый такой, мохнатый, а на зубре Сталин сидит. Здоровый такой, мохнатый. Зубр? Сталин. И тут трубку свою закурил, так, а из трубки вместо дыма жуков вылазит на колорадском жуке. И такой бежит. Дед! Дед, алло! Какой Жуков? Какой жук? Какой Сталин? Ты чего? Ой, хлопцы, это я, кажись, к табачок не с того коробка скрутил. Нет. Будете курить крепко? Нет! Ну неужели ты не хочешь, чтоб как раньше, чтоб парад, чтоб по Красной площади? Ой, мечтаю, хлопцы, мечтаю. Вот сплю и вижу. Вот выстрелилась техника, солдаты все в парадной форме, а во главе парада Залужный едет. Дед,
Ты опять не с того коробка покурил? С того, хлопчики. Крепкий табачок, как дух украинцев. Ты что, дед, думаешь, мы испугались? Думаешь, нам нечем ответить на поставки немецких танков? Да у нас 20 «Искандеров» там припрятано. Как только этот эшелон с танками заедет, мы их бац-бац-бац и пощелкаем. А где вы спрятали эти «Искандеры»? Это не важно, секретная информация. Да пусть знает. Вот здесь вот, на кольце там, вот там вот, в сене. Где? Это получается вот тут, да? Да, вот где тут танки наши. Вот 59 градусов восточной долготы и 73 градуса северной широты. Не понял. Повторяю, 59 градусов восточной долготы, 73 градуса северной широты. Дякуємо за співпрацю. Слава Україні! Героям слава, хлопчики! Ты ж гад! А ну, пукалки убрали свои! Мне 96 лет, мне терять нечего. Что ж ты, дед, а? Родину продал. Родину? Ты сейчас за родину вспомнил, да? Мы тогда родину нашу защищали. Мы все вместе, русские, украинцы, белорусы, против немцев воевали. А сейчас моя родина Беларусь. И ваши войска через мою родину едут на родину друга моего, командира украинского партизанского отряда. А он мне жизнь спас. Он мне из горящего танка вынул. И я себе тогда пообещал, что я его обязательно отблагодарю. И вот 80 лет прошло, отблагодарил. Дед, а с нами-то что будет? С вами? Я не знаю. Координаты я передал. А вам, хлопчики, рекомендую новые труселя и маузер. Так, ну що тут, хлопчики, як у вас справи? Повна готовність, пане полковнику. Ну, якщо до пуску готові, тоді з Богом, давайте. Пуск! Пішла ракета! Як там в пісні співають? Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Полюбе, хто сьогодні дочекається. Так. Вау-вау-вау-вау! Стоп, стоп! Фак, шіт, пісова курва! І вам доброго дня! Які люди без фуражки! Дивіться, хто до нас завітав! Сам інструктор НАТО Джон Грін! Бажаємо здоров'я! Працюйте, працюйте, хлопці. Що таке? Що трапилось? Фак би вас! Потрапив би в трасця його, мазерфаки! Що ви наробили? Що ми наробили, Джоне? Ти так не нервуй, заспокойся. Диви, у тебе піна з рта пішла вже. А це я був сину. Черт. Це є повний, як це буде? Це повний триндець. Yes, триндець. Ви взагалі розумієте, що трапилось? Що трапилось? Невже міг взлетів? Зараз ми його шмякнемо. Ні! А що? Електричество відключили. Так ми в третій групі, у шостій включать. Не світло, гірше! А що? Повістку тобі вручили. Ну, тримайся. Тримайся, брат. Це життя. Пане полковнику, ціль уражена. Єс! Да. З мене премія, хлопчики, молодці. Ей, яка нахрін премія? Це повна, блін, маячня. Єс, маячня. Маячня. Да. Ви нашими ракетами б'єте по території Рашки. Тут і Росії. Правильно, правильно. Рашки, рашки, це ви хорошо сказали. Але то не зовсім правда, бо у нас навіть в планах такого не було. В планах не було, але у вас на кожній ракеті написано на Москву, на Пітер, на Ростов. Ту, ви що, ми тут до чого? Ми коли розпаковували ці ракети, вони були вже з надписами. Ми думали, це заводські настройки. Слухайте, ми давали вам ракети за умови, що ви не будете стріляти по Росії. Так ми не стріляємо. Ми просто випускаємо ракети в небо.
Вони там вже самі вирішують, куди їм летіти, на що нападати. Це ж дуже розумні ракети, штучний інтелект. Можна і поговорити, і на рашку, і... Є влучання по військовій базі в Іркутську. Лотерея, просто пощастило. Факать копать. Ну чому ви без дозволу стріляєте по Росії, м? Джоне, це діти на вулиці гуляють без дозволу. У нас тут війна. Чув? Чув. А ще я кожного разу бачу, як ваші ракети перетинають кордон. Ну, по-перше, не наші, а ваші. А по-друге, те, що там до кордону, господи, там ніхто і не помітить. Але ми помітили. А ви помітили шахет в Румунії? Ні. А уламки ракет в Польщі помітили? Якою ракетою? Так а що ж ви тільки наші помічаєте, а? Ви взагалі хочете, щоб ми перемогли, чи ні? Так, звісно, ми хочемо, щоб ви перемогли. Ну так дайте ми поражці бабахнемо. Ви не нам не заперечуєте стріляти, а їм заперечте. Послухайте, ми дали вам ракети, так, щоб ви били по своїй території, окей? А ми на перспективу б'ємо. Бо згодом ця територія може цілком стати нашою. Ви про Курську область чули? Послухайте, я чув про Курську область. Але я не розумію, коли нарешті до вас дійде, що не можна так робити. Три ракети запущено. Джон, що ви зробили тільки що? Що я зробив? А, це ж зробило НАТО, це ж не ми, правильно? Трясся! Послухайте, ми не хочемо ескалації від Кремля. І це трабл, то є проблема, understand? Yes, understand. Ага. Я тобі так скажу. Trouble, problem із Кремль. Дайте нам шуганути по Кремлю і все, трабл зникне. Послухайте, ще раз скажу, вам можна стріляти тільки на 300 кілометрів, окей? Тепер ви зрозуміли, чому наші пішли в Курську область. Там ще 300 км і Москва. Слухайте, ви вже влучили в завод в Підмосков'ї. Навіщо ви це зробили? Це точно ми? А хто? А може то завод сам збив нашу ракету? Що, так не буває? Ви почитайте російські ЗМІ. Буває. Там ще не такое буває. Окей. А база біля Мурманська? База... Я взагалі не розумію, як ваші ракети так далеко літають. Попутний вітер. Вітер? Вітер. Holy dupal, вітер. What is a fucking вітер? Джоне, тобі треба заспокоїтися. Зроби собі кави, заспокойся, подихай. Подихай, окей, окей, окей. Пішла ракета. What? А що ти нажав? Еспресо чи американо? Еспресо. Чу, ти ж американець, я думав, ти американо нажмеш, а еспресо то пуск. О, Боже. О, може, мені потрібно сісти, я не можу. Заспокойся, так. Пішла ракета. Це ж просто стілець. Ні-ні, оце просто стілець. Ага, це пульт пусків. Ти що, не знаєш, де ти знаходишся? Алло. Ні-ні, я зрозумів, це ви. Це ви цілеспрямовано б'єте по Росії. А, я поняв. Джонні, ми взагалі не винуваті. Ми, як тобі казав, випускаємо ракету в небо, а потім маленька пташечка підхоплює її малесенькими лапками та несе далеко-далеко. А чому ваша пташечка бере лапками і несе саме в бік Росії? Бо сама природа за нас. Ні, я правда не розумію. Ну, навіщо ви вчора стріляли по Росії? Ну? Вчора тут був муляж для виявлення ворожого ППО. Ваш муляж підірвав завод в Омську. Хороший муляж, по-перше. А по-друге, це значить що? Що в Омську нема ППО. Ще одне завдання виконано, хлопці, дайте 5, ще премія з мене. Чим ви вітаєте? Ваші обстріли можуть призвести до катастрофи. Та ви що? Так, Путін може почати війну. Яку? З НАТО. Може втягнути НАТО в Третю світову. Що, сикотно?
Та не бійтеся, ми за вас впишемось. Все буде нормально. Так, ну що, хлопці, є влучання по останнім цілям? Поки не маємо інформації. Щось мені не подобається. Слухай, Джоне, а ти можеш по своїм каналам позвонити в Рашку і спитати, просто спитати, як у них справи? Можу, можу. Дякую. Чомусь не відповідають. Значить, є влучання, хлопці. Послухайте, ну ось вже, будь ласка, по секретним каналам передають про влучання ракети во Владивостоку. Стоп, як Владивосток? Це більше ніж 1000 кілометрів. Я не розумію, як ваші ракети долетіли до Владивостока, а? З двома пересадками. В Пермі і в Томську. Стоп, я понял. Ви стріляєте тими ракетами, що ми вам дамо тільки наступного місяця? Тож давайте ви прийдете через місяць, і ми про це поговоримо. Добре, що ми не дали вам ядерну зброю. Так ви ж її у нас забрали в 94-му. Ви її верніть, і ми швидко це завершимо. Ні-ні. Ви не розумієте, це неприпустимо. Ну, добре, подивіться, що показують світові ЗМІ. О, будь ласка. Пішла ракета. Ще одна ракета. Ну, на щастя, чого це? Все, окей, я телефоную начальству. Чому не ловить? Та у нас тут реп працює. На, у мене тариф антиреп. Пішли ракети. Я що, запустив ракету? А що ти нажав? О, 9? Ти 9 ракет запустив. Та не кричи ти, може й нікуди не попав. Є влучання. Ну, може трошки попав. Всі 9 точно в ціль. Джоні, я думаю, ти йдеш на Героя України. Вітаю. Клас. Це дуже добре. Так, стоп. Ага. Нікому нічого не робити. Підніміться, будь ласка, підніміться. Я хочу бачити ваші руки. Це. О, так, спокійно. Пуск. 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 Воу-воу-воу-воу. Як вони це зробили? Х**, на Рашку положили. Стопіть, ну зупиніться, будь ласка. Стоп, я забороняю вам з цього моменту казати взагалі нічого, так, тому що я беру керівництво на себе. І з цього моменту ніхто не може казати слово «пуск». Пуск. Я мав на увазі слово «пуск». Пуск. Та не пуск, а пуск. 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 Слухайте, я, мабуть, піду подрімаю, бо у вас тут і без мене все гарно виходить. Стопіть. Це останнє попередження. Більше жодної ракети, будь ласка. Жодної ракети не повинно злетіти в бік Росії. Ви це розумієте? Добре, добре, добре. Фу. Вау-вау-вау-вау. Та ні, я просто чайку зроблю. Фу. Окей, спокійно. О, вже ловить? Хало? Слухаю? Що? Ні-ні-ні-ні, не може бути, не може бути. Що там трапилося? Росія вивела свої ракети на сі і націлила в бік ЄС. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а що НАТО, занепокоїлося? Зробіть що-небудь, зробіть, будь ласка, запустіть їх ракету. Ми ж не можемо, нам НАТО забороняє. Ну, будь ласка, зробіть щось. Я вже роблю, я обурливо занепокоєний. Ну, послухайте, я благаю вас, візьміть всі ракети, що у вас є, всі ваші ракети, і запустіть в бік Росії! Це офіційно? Так, так, я знімаю заборону про використання нашої зброї, ви можете робити все, що завгодно, всіми ракетами по Росії, будь ласка! Хлопці, наш час настав! Давайте вдаримо зі всіх стволів, що в нас є! Вперед! Пуск! Ла-л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 а.
Дизель-шоу. Осінь чарівна, а з Дизель-шоу найсімейніша. Центр та захід України. До вас їде Дизель-шоу. 18 жовтня нову програму ми покажемо Кременчуку. 19 жовтня найкращі жарти подаруємо черкасам. 21 жовтня зігріємо улюбленими історіями Вінницю. 28 жовтня патріотичний гумор лунатиме у Львові. 30 жовтня засяє усмішками Івано-Франківськ. 31 жовтня разом задонатимо на ЗСУ з Ужгородом. А 10 листопада будемо обійматися з глядачами в Житомирі. Всеукраїнський тур Дизель-шоу продовжує свою подорож. Чекаємо на кожного! Дизель-шоу. Ой, кину чесника з укропом, щоб накрила росіян потопом. Докину лістя тополі, щоб більше стало жестів доброї волі. Нехай дим піде до бункерного діда, щоб схопив його Кондратій. Додаю котячу лапу. Барсик, тихо ти. У тебе ще три є. О, фу, чим тхне тут, а? Чую, руським духом пахне. Фу. Треба буде освіжувач повітря купити. Фу. Здорово, бабуль. Фу, ти... Хто такий? Я, этот, Сашка із Тамбова. Сашка із Тамбова. Зараз я тебе заколдую, будеш Наташкою з Ростова. Не надо, бабуль, не надо, ви вже в прошлый раз наколдували, нормально так. Який такий в прошлый раз? А хоча, давай сама подивлюсь. Ой, ой, бачу, бачу, ой, навколо тебе все чорне. Чорне, ой, карма погана, все таке чорне, наче б ти із самою сраки приїхав. Бабуль, чого я не розумію тебе. Не розумієш? Добре, будемо на твоїй мові розмовляти. Фамілія як? Дятлов. Дятлов. І много вас таких дятлов. По нашим лесам шарится. Раньше больше было. Мы когда в Сумскую область заехали, так, знаете, на учения, так нас там много было. От ваших учений сплошные мучения. О, вы в прошлый раз так и сказали. А потом на весь наш взвод заклятие наложили. Может быть, бабушка уже старая, ничего не помнит. А какое проклятие? Сильное проклятие. А? Даже не знаю, как сказать. В общем... Пушка моя больше не стреляет. А, так это не ко мне. Это в министерство вашего я обороны иди жалуюсь, что они вам пушки из музеев уже выдают. Нет, бабуль, я про другое оружие. Это как сказать-то, солдатик мой на команду подъем уже не реагирует. Фигу. Ну как же ж, этот, богатырь никак с печи не встанет. Что? Да что ж такое-то, а? Ванька, говорю мой, больше не встань-ка. Поняла. С головой у тебя проблемы. Ни хрена не можешь объяснить, да? Фу ты. Бабуль, я ж говорю, мы в прошлый раз туда заехали, ты нас увидела, говорит, у вас Путины дети, у всех стоять не будет. А, ну вспомнила, конечно. Ну, конечно, не будет стоять. Мои заклятия сильные. А чего ты один пришел? Что, остальных это не интересует, что ли? Да не, я это как бы в саму волку пошел. Остальных командир не пустил. А на командира что? Не подействовало заклятие мое? Подействовало, но как-то по-другому. Как? У него нормально там все стоит, но только в бане. И только на солдат. Бабуль, помоги, мучаемся все. Всем взводом ребята мучаются, командир мучается. Ого. Мы боимся, что у нас...
мучить начнет. Да понятно. Фотка есть его, нет? Фотка? Ну, ентова, да, фотка есть. Ну, есть, конечно. Вот, только там не видно за волосами. Да ты... Дурак ты! Командира фотка! А! Командира? Ой. Вот, командир наш, вот он. Проблема, касатик. Это не мое заклятие, это его личная инициатива. Да, наверное, устав у вашей армии меняться будет. Да шучу я! Я заколдовала, я... Напугала, бабка, напугала. Ну что, поможешь? Ему нет. А тебе подумаю. Помоги, пожалуйста. Помоги, я что хочешь для тебя сделаю? Что угодно, только скажи. Как ты что угодно для бабушки сделаешь, если у тебя там ничего не работает? Иди туда, бабуль. Ну, давай что-то другое сделаю. Ну, что скажешь, сделаю. Царя грохнешь. Царя? Меня к нему не пустят. А я тебя в голубя превращу. Ты в Кремль в окно прилетишь к нему и в суп насрёшь. Помётом отравленным, а? Это я могу. О. Подожди, а если меня поймают, меня же убьют. Нет, 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 не согласен. Вот, я не знаю. Как умереть героем, это нет, это нет. А как в Украину воевать идти, так ура, ура. Вот что там, все повёрнуты, что ли? Не все, ну, процентов 82 где-то. Бабуль, ну, скажи, что угодно сделаю, что хочешь. Хочешь, воды наношу, дров наколю. Хочешь, ну, на худой конец, ладно, сортир выгребу тебе. Слышь ты, Тимуровец недоделанный, у меня ядрово привезли, центральный водопровод и канализация с унитазом. И это в лесу? Это, конечно, диво дивное, чудо чудное. У нас такого в России нет. Бабуль, а может, это ты нашу Россию прокляла? Нет, не я. Это моя прабабка. Ух, сильная ведунья была. До сих пор живая. Вот она на вашу Россию проклятие и наложила. Тогда еще слова не было Россия, а была только Киевская Русь. Слыхал? Не-а. Ну, понятно. Слухай, можно его снять, это заклятие. Можно. Как? Нужно второго Вовку в мавзолей положить. Если Вовка из Кремля ряжет, рядом с Вовкой из Кремля встанет Ванька твой. Правда? Да. Ух ты. И у ребят всех тоже? Нет. Чтобы у ребят встало, это надо вам песенку одну спеть и в интернет выложить. Это какую? Про Путина. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да не хочу, бабка. Ну, нам за такие песни посадят всех, всем взводом. Вам всем и место в тюрьме, все правильно. Так это в лучшем случае посадят, а в худшем еще и коки отрежут. Они у тебя есть? Есть. А ты проверь. Есть? Есть. Рускин наивный, ведётесь на всех. Разыграла ты меня, бабка? Да, да. А сейчас проверь. Чур меня, чур. Второй раз на одно и то же. Я тебя испугала. Бабка, хорош прикалываться-то, ну. Хватит издеваться-то надо мною. Скажи, что сделать для тебя. Хочешь, денег дам тебе сколько хочешь. Да, кстати, давай. Вот карта. Записывай номер. Так, давай. Сбрасывайте деньги все. Ага. Да. И с пометкой на дроны и квадрокоптеры ЗСУ. Ага. Сколько сбрасывать? Много? Много сбрасывайте. Тем больше сбросите, тем больше проклятие снимется. Да. Ага. И обязательно указывайте геолокацию. Понял. А это для чего? А это чтобы я знала... Куда именно мысли направлять? Понял. Сегодня вечером с ребятами сядем, все, что у кого есть, все переведем тебе. Давай. Бабуль, давай, только давай. Помоги. Кто это? Ой. Или СБУ, или ВСУ. В другом случае конец тебе. Пощади, бабка, пощади, меня же хуна будет. Ай, лезь в пакет. Пакет? Давай, Ванька, лезь. Прячься. 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 Давай. Здрасте, бабушка. Здравствуйте. Я к вам, капитан Козлов. Капитана вижу. А Козлов своих что не привел?
Смешно, бабушка, с юморком. Тут, значит, бабуль, такая ситуация. Мы когда из Сумской области отступали, вот, вы нас прокляли. С бабами у тебя проблемы? Да нет у меня с бабами проблем, они меня не интересуют теперь. Не тянет? На баб нет, на солдатиков молоденьких тянет. А, и ты хочешь, чтобы я это проклятие сняла? Не хочу. Понимаете, бабушка, у меня в взводе есть такой парнишка, Сашка Дятлов. Боже, такой высокий, глазищи такие большие. Он бывает, знаете, бабушка такой стоит на посту, я подойду сзади. Сашка, привет, Сашка. А сегодня ночью мне сон снился. Будто мы с Сашкой за руку держимся и бежим по минному полю. Минда, крак, Сашка, взлетает. А я потом смотрю, у меня в руках не весь Сашка, а только рука. Козлов, я говорю, Козлов! Саша, где? А, что? Кто-то пришел ко мне. А, я? Да, проблема какая у тебя? Ты... Правда? А, проблема. Мне сказали, что, возможно, Сашка пошел в вашу сторону. Не видели вы Сашку-то? А это что у вас там? Свинья. Ну, все, хочу заколоть, холодец сделать. Ну, ничего, скоро сделаю. Понятно. А Дятлова не видела я твоего. Ой, мучаешься, вижу. Вижу. А хочешь я Дятлову на тебя... Приворот сделаю, чтобы у вас чувства одинаковые были. А что это у вас свинья кашляет? Коронавирус поймала где-то. Собака. Слушайте, бабуль, я так думаю, ну если мы Сашку-то не найдем, может тогда, ну, вернете все как раньше было, а? Не получится уже как раньше. Вы ж на чужую землю вторглись, получайте ответку. Все бабы украинские для вас ведьмами стали, да? Они вас каждого до третьего поколения прокляли. Привет, бабуля, у меня мало времени. Ты про это, про полковника спроси. Да спрошу я про полковника рядовой. Давай, иди отсюда, ой, и не мешай. А что это с ним? Так вы же его тоже прокляли. Сказали, чтоб ты всрался. Ну, вот он теперь каждую минуту это и делает. А, ну, понятно. Бабуль, так что там с моей проблемой-то, а? Есть, есть. Ритуал один. Так, слушаю. Рано утром, ага, в воскресенье, ага, надо, чтоб ты на Красной площади вокруг флага 20 кругов сделал. Да вообще не проблема, спасибо. Да, но только флаг украинский должен быть. На Красной площади. А можно что-то попроще? Можно 10 кругов. Но всем взводом в хороводе. Можно так. Бабуль, вы понимаете, что после этого у нас всем взводом на этот флажок и натянут? Ну ладно я, мне даже прикольно, но ребят! Ну послушай, ладно, есть другое. Ага. Нужно, чтоб ты на молодую луну... Так. ...разделся догола. Это я люблю. А, и обмазался свинячим говном. Я, капитан российской армии, свинячим говном? Да, с удовольствием. Вот, после этого нужно разжечь огромный костер, чтобы хворь эту испепелить. А, я понял. На Красной площади тоже, да? Нет, на складе с боеприпасами. На складе? Так это получается из-за вас все эти у нас взрывы на складах, да? Ребята просто порчу пытаются снять. Да, я поучаствовала. Ну и пару придурков покурила просто. Ладно, на тебе вот. Что? Перстень на возьми. Он поможет снять заклятие, да? Нет, просто Дятлову на свадьбу подаришь. А я думаю, Сашке даже понравится. Ну тихо ты, свинья-собака. Тихо. Сяди. Ты про полковника спрашивал? Да спрошу я про твоего полковника. Иди отсюда, Сирун. Бабуля, если вы уж такая ведьма сильная, ага, то, может, расскажете, как нам сделать так, чтобы у нас потерь было меньше? Ой, можно, можно. Чтобы ваших потерь избежать, вам нужно еще 3 города освободить. А, Киев, Одессу и Николаев, да? Нет, Москву, Питер и Воронеж. В смысле, шутишь, бабка, что ли? Я не шучу, правда. Как только вы из Москвы... фашистов выгоните, все, сразу потери ваши прекратятся. Точно, говорите? Ладно.
Что про полковника сказала? Да достал, ты сам спрашивай про своего полковника. Про какого полковника? Я и есть полковник. После вашего проклятия я весь плац обгадил, и меня в рядовые разжаловали. Как говорится, просрал свою должность. Бабуль, давай снимай проклятие свое. Ладно. Задолбался. Слушай. Для начала перестань жрать ваши сухпайки. И все? Нет, не все. Вот зелье тебе специальное. Что, что с ним делать? Пей, пей. Просто выпить, выпить, да? Пей, да. Вот. Что-то оно говном пахнет. Так это и есть куриное. Оно усиливает эффект. Вот, вот, и сейчас на Красную площадь беги! Там вся хворь из тебя вылечит! Вот так. Стоп. Это что такое? Что-то вертолет? Это генерал ваш. Как наш генерал? Ну так лететь. Ты что, бабка, он же думает, что мы сейчас на выполнение важного задания, он же меня прибьет. Так что, прячься в пакет. Я капитан российской армии в пакет? Да с удовольствием. Давай, давай, прячься, тихо сиди там, тихо, собака. Здрасте, бабуля. О, видать, большие у вас проблемы, раз в мою избу самого генерала привело. Беда, бабуля, беда, будто проклял кто. Да ладно. Вот я тебе говорю, ага. Мне каждую ночь снится Кобзон. С того света. Ой. И поет он мне. Как прекрасен этот мир, посмотри. И так манит меня, манит. А ему Жириновский подпевает. Понимаешь, бабушка? А что Жириновский поет? Да похер, что он поет, это страшно. Каждую ночь у меня мокрая простыня. Ладно, помогу тебе. Только я тебя прошу, бабушка, в этот раз без обмана, пожалуйста. Когда тебя обманывала, жирный? В прошлый раз, когда я спросил, как нам лучше на Николаев идти. Вы же мне посоветовали через Чернобаевку. Ну, может, советовала и что? И что? И главное, меня еще отговаривали после 10, 17 и 24 раза. Может, другой дорогой пойдем? Я говорю, нет. Бабка сказала, через Чернобаевку, значит, через Чернобаевку. Погоди, погоди. Через Черностаевку надо было. Перепутала бабушку старую. У меня тут еще одна проблема. С бабами? Откуда знаешь? Сильное ведунье я вижу. А, это да. Вернее, как, с бабами все нормально. С женой проблема. Ага, говори. Хочет она белую ладу. И главное, я ж ей недавно подарил и Range Rover автобиографии, и S-класс, два S-класса. А она говорит, нет, хочу белую ладу, будто проклял кто. Сейчас все бабы в России белую ладу хотят. Тренд у них такой. Что делать-то, бабуля? А, ну, есть одно зелье, заклинание, но тут кое-что отдать придется. Ты говори, все что угодно отдам. Что? Крым. Как это Крым? Ну вот так, это только в Крыму растет травка, которая нужна тебе. Придется войска вывести тебе. Нет, бабуль, я не могу. Меня ж за это министр обороны вжучит. Ну ладно. Ты чего? Бабуля, алло. Ну все. Теперь ты никакой не генерал, а гражданский простой. Чё тебе министра вжутить-то, а? Да ладно, министр! Меня ж Путин достанет и вжучит! Нет, Путину в то время не до тебя будет. А ты что, и про Путина знаешь? Конечно. А что видишь? Ой, вижу, вижу. Все мировые лидеры у его ног столпились. И что, даже Эрдоган? И Байден тоже. И Байден? Да, а он над ними возвышается. Ничего себе. Да. А что он им говорит-то? Ничего не говорит. Просто на веревке так болтает. Главное, язык так смешно высунул, так... Они
они что? Они хоровод водят вокруг него. И праздник по всей планете. Кошмар. Да, вот так вот. Я говорила же ему, говорила, на Украину пойдешь. Долго себе не просидеть на троне своем. Не послушал меня, все. Так а с Россией что будет? Сейчас. Не вижу. Что, будущее не видишь? Не вижу Россию в будущем. Ну ничего, сейчас твой министр придет и расскажет все. Куда придет? Сюда придет? Да вот уже на самолете летит. Вот, бабуля, ты что, не должен видеть меня? Лезь в чан. Чего в чан-то? Ты в аду будешь вечность гореть, привыкай. Бабуля, ну, ладно. Ну что за шуточки лезь такие? В пакет, быстро лезь в пакет. Пакет. Ой, лезь, давай. Лезь, генерал. Лезь, тихо сиди, тихо там, тихо. Слава Украине! Героям слава! Як справи? Завдання виконала. Всі розкладені по пакетах можете забирати. Что значит забирать? Я генерал российской армии! Ах ты, забирать. Старая корга! Все, застрелю тебя сейчас! Проклятье! Сашка Дятлов, выходи за меня! Не могу я. Другому обещал. Кому? Да чтоб вы все всрались! Ой! Со мной! Ну, дякую, бабуля. За нами не заржавіє. Успіхів вам, хлопчики. Служу народу України! А я зараз подивлюсь, що Україну нашу чекає. Ой, бачу, бачу! Як тільки ми цю сволоту виженемо з нашої землі, ой, заживемо, ой, заживемо! Ай-яй-яй-яй-яй! Чую, чую, щоб знати майбутнє, треба пам'ятати минуле. Україну ніхто ніколи не перемагав. І ніхто ніколи не переможе. Тут і до ворожки не ходи. Дякую.